Всем привет! Съемка для канала 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Город Казань, Баумана, дом 2. Ярмарка ремесленников. Смотрите, какие забавные безделушки. Мелкие вещи. Это у нас корзинка. Корзинка ручной работы. Из джута. Дно сделано из фанеры. Посмотрите, а на фанере выжжены разные изображения. Достопримечательность Казани. Да, вот смотрите, это Казан Кул-Шариф. Это башня Сюембеки. Это Спасская башня Кремля. Вообще красота. И, ну вот это тоже джутовая подставка под горячее, наверное, да? Да, замечательно. Всякая красота здесь есть. О, знакомое слово «матур». Матур – это красиво. Ну вот, популярное слово нынче. Алга. У татар же нет отступать. Алга – это вперед. Смотрите, интересно, записные книжки. Это фанера ведь, да? Да, фанера. И на нем выжжено. Чем не подарок? Чем не сувенир? А смотрите, а там я вижу... это казанский, да? Дракон. Дракон казанский. Зелан переводится как змея. С татарского. Ну, да, змей. Здесь поправили. Еще раз напомню, что съемка ведется для канала 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Подписывайтесь на этот канал. Будьте на нем благодарны с людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких. Не болейте. И до новых встреч на канале. Лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. Город Казань. Баумана, дом 2. Ярмарка ремесленников.